Недаром говорят, что 13-е число несчастливое. В этот день многие ожидают неприятностей. Подтверждением тому, что такое суждение имеет право на существование, является 13 декабря 2022 года. В этот день из жизни ушли сразу два, без преувеличения, великих человека. Первым появилось сообщение о том, что не стало артиста балета, балетмейстера и педагога Булата Аюханова. Он считался живой легендой балета. Также Булат Аюханов был известен как актер. В его фильмографии почти 10 проектов. В том числе Булат Аюханов снялся в лентах «Тайны мадам Вонг», «Бойся, враг девятого сына» и «Сказка о прекрасной Сулу». Булату Аюханову было 84 года. Чуть позже поступило известие, что из жизни ушел кинокритик, киновед, кинопродюсер и педагог Армен Медведев, некоторое время отвечавший за кинопроизводство в нашей стране. Был он знаком многим людям и визуально, так как снялся в нескольких фильмах. В его фильмографии более 20 работ в кино. К примеру, Армен Медведев снялся в фильмах «Женская логика 1», «Сыщики 3» и «Псевдоним Албанец 2». Армену Медведеву было 84 года. Светлая память Булату Аюханову и Армену Медведеву. Напомним, что это далеко не первые потери декабря 2022 года. Получить более детальную информацию можно, посмотрев видео на моем канале за соответствующий период времени.